Ты это... не сможешь убрать его, я думаю. Нет, ну я... Надо всегда с первого начинать. Да. С первого этажа всегда недоверие. Добрый день. Волонтеры московского штаба Алексея Навального. Проводим информирование. Спасибо. До свидания. Ну, мы его поддерживаем, потому что это надежда на будущее. Потому что за эти 18 лет ничего в стране не происходит. Надо что-то поменять, причем очень масштабно. Алексей Навальный – единственный человек, который это может сделать. Квартира 15, фактически проживающий по адресу Москва, улица Мастерушини. Суд решает вопрос о назначении административного наказания, учитывая все юридически значимые обстоятельства, данной личности Навального, наличие у него на рождение двух несовершеннолетних детей. Так, у меня было, получается, сейчас, здравствуйте, мы информируем о предстоящих президентских выборах. Почитайте про нашего кандидата Алексея Навального. Слышали о нем? Спасибо. Ага, пожалуйста, всего хорошо. Читайте про нашего кандидата. Слышали про него? Вообще-то не слышала, но почитаю. Алексей Навальный выступает за то, чтобы пенсии были нормальные. Команда Алексея Навального, хотим рассказать. Ну, возьмите газетку. После его расследования онлайн-Димон, мне рассказали об этом друзья, и я заинтересовался политикой. До этого я как-то, ну, почти, грубо говоря, я не интересовался, и мне было, по большому счету, все равно, что происходит. И... Добрый день, мы из команды Алексея Навального хотим рассказать вам о кандидате что? Президента России. Мы из команды Алексея Навального хотим рассказать вам о кандидате президента России. Не нужно. Возьмите вот листовочку и газету. И что мне нужно? А, знакомьтесь, вы же собираетесь голосовать на выборы. Как вы относитесь к тому, что у нас самая богатая страна, но при этом у нас жители... Сынок. Я не сынок. Ну, можете, пожалуйста, ну, меня молодой человек ну, называть? Голосуй, я вас прошу. За, голосуй за Путина и будешь жить спокойно. А кто спокойно. За вы за стабильность, за да? За вы консерватор. Вы считаете, что коррупция как была, так и должна быть, да? Что удалось Алексею, он вернул в Россию политику. Он вернул политику на улице. То есть это митинги, это активная уличная агитация. То есть не просто какие-то люди за деньги стоят, раздают листовки, да? Узнать об этом, что есть какие-то бедные родственники, которые... Юмористическое. Называется морква. Будни. Это не лечится. Путин и Путин. У меня очень много надежд связано с тем, что вот новое поколение, оно как-то будет более энергично отстаивать те ценности, которые на самом деле являются общими. Это какое-то было народное такое волеизъявление. Ну, я мама все-таки, я, конечно же, там переживаю, тревожусь в какие-то моменты, как любая мать, наверное. Вот. Но в то же время, ну, удивление, в то же время тоже я, как бы, мне приятно этот момент, что он выражает свою позицию какую-то такую активную гражданскую. То есть мне, вот, я его поддерживаю. Тебе и забота. Я считаю, что... Это не поражение, потому что мы сейчас мы провели большую работу, мы очень много людей проинформировали, очень много людей теперь знают, что есть вот такая оппозиция, что эта оппозиция сильна, что ее боятся, и это тоже победа.